Хватит! Ой, его спинит сейчас еще. А может отъехать на машину? Вот сейчас Миша отъехал, он бы сделал, я бы отъехал сюда. Черную надо украсть. Так, у нас всего 15 минут. Ну, тогда пошли. Ребят, кто жених? Кто жених? Где жених? А то все я что-то в шапочку. Я жених. Точно? Точно я зайду. Точно жених? Точно жених? Ну, невеста-то у нас не абы какая, самая лучшая. Поэтому мы тебе так просто ее не отдадим. 15 минут. Ты сперва докажи, что ты достоин прекрасной дамы. Так герой были, или рыцарь. Соверши ради нее подвиги. А друзья твои тебе пусть помогут, дружина твоя. Да, друзья, дружина. Где дружина? Я все. Замерзли. Вот только жульничать не вздумай. А то мы тебя быстренько от ворот поворот дадим. В твоей ситуации это сложно. Нашей умнице красавице муж нужен самый-самый. Для начала спой ей серенаду, как в средние века, чтобы доказать любовь свою. И не простую серенаду, а на языке заморском. Так что давай, ненаглядной своей расстарайся, вот как споешь. А где гитара? Гитара, есть гитара. Есть вот только гитара. Спеть нужно с первого раза. Раз уж у нас 15 минут. Жульничать не стоит. Жульничать не стоит. Чего? Я красиво зато споел. Все продумано. Все продумано. Давай сюда. Все по-хорошему отдай. Сколько больше. Спасибо, дорогой. I love you, baby. Стоп! Нет, не понес. Некрасиво, мне не нравится, некрасиво. Музыка нужна. И со словами. А музыка, ты понимаешь, да. Но не бесплатно. Покажи, что он докажет, что есть музыка. А вдруг слова забудешь, лучше тоже на тот случай. Мы тебе просто советуем. Да. Не-не-не-не-не-не-не-не. Что, издеваешься? У нас, знаешь, такой профессиональный гитарист? О! Давай мы уходим, пойдем дальше. Это раз не перепутаю. Что это? Что это? Еще давай. Ты по 75 рублей зашивай. Я дам еще. Хватит. Слушай, не серьезный какой-то жених. Да нет. Давай уже голову. Ладно, первый поворот. Давай. Миш? Голова. Давай. I love you, baby. If it's quite alright, I need you, baby. Through all the lovely night, I love you, baby. Trust in me when I say, oh baby, baby, don't leave me down, I pray. Oh pretty baby, now that I find you stay, let me love you. Последний кусочек платно. Давай, собирай образ прекрасной дамы. Открывай двери. Забирай. Заходи. Ну, не факт, что тебе здесь самому надо, но... На полу сначала собери. Зачем? Ты зачем? Пусть собирает. Не удобно же, как же смотреть. Дверь, пожалуйста, не открывайте. Наверное, да. Так, девочки, у кого-то еще есть части пазла? Да нет. Развод, да? Давай. Может быть, тебе помочь? Советом, а может, кусочком? Да. Это да. У нас основное. Это вот сюда. Ниже, ниже, вниз, вниз. Да, да, да. Да, да, да. Ох, по-моему, чего-то не хватает. Да, да, да. Самого главного. Все-таки, кто же у нас невеста? Два кусочка. Один. А самое главное. Там уже рвутся. Ну давай, давай. Давай, давай. А? Да нет, стоп. Отдай мелочь. Нет, нет, нет. У тебя невеста
что, там ты много? Мелочишься ради там невесты. Еще... Я только бумажки люблю. Да, нам очень много есть. Я люблю бумажки. Нет, ребят, мы не мелочимся ради невесты. Забирай. Может, вы мелочитесь, мы нет. Давайте быстрее. И бумажку. Бумажку. Да я же говорю, друзья, бумажку. Мы упрямые. Мы не мелочимся. Значит, невеста дала. Давайте, выходите. Что там было? Вот невеста твоя, а туфля-то у меня. Yeah.